Всем привет, дорогие друзья, с вами Дапо, и как вы видите, я все-таки снова установил себе GTA 5. Я снова ее урезал, как вы видите, никаких теней, все в квадратиках, в кубиках и так далее, то есть все ужасно выглядит, только посмотрите на его лицо, оно просто ужасное. Давайте я так вот подойду даже к стене, вы поймете, каково это, играть в такую игру. Ну давай, ну, не, не приближается, ладно, это не GTA San Andreas, но все же. Я не могу похвастаться огромным FPS, как видите, у меня сейчас 30-ка стоит, по-другому мне никак, и, собственно, сегодня мы будем не подниматься, конечно же, а опускаться, как я это делал в предыдущем ролике, но уже в GTA San Andreas тогда это делал. А сейчас это будет все в GTA 5, мы попробуем поиграть в GTA 5 с одним FPS, я не знаю, каково это, потому что опускаться вниз не страшно, ведь одно дело вверх, и там компьютер перегружается, а тут вниз. Короче говоря, если вы готовы, ребят, то мы начинаем. Ну и как я, ребят, уже сказал, я не могу похвастаться огромным FPS, потому что у меня всего 30-ка здесь, и при этом я еще встаю в какой-то коробке, чтобы вокруг никаких объектов нет, ну, не появлялось, чтобы хоть как-то не лагало. Хотя, это же GTA 5, этого тут не урежешь, к сожалению, оно не влияет так все на FPS, этого ничего не сделаешь. Давайте куда-нибудь отбежим, я так страшно убегает всего от этого. Как вы видите, это обычно 30 FPS, в принципе, как бы, ну, нормально, то есть я вот с таким FPS проходил GTA 5, к сожалению, по-другому не было никак. Я ее опять-таки урезал, в кубиках в этих все проходил. Более-менее комфортно, как бы, знаете, ну, для тех людей, у кого как слабый компьютер, как у меня, это можно играть. Да. Короче говоря, друзья, вот так вот выглядят обычные 30 FPS. В принципе, как я уже сказал, играть можно. Мы это уже все прекрасно знаем, если вы смотрели мое предыдущее видео. Что ж, друзья, давайте опустимся до 25 FPS. 25 FPS. Слева вверху, я думаю, что вы это все видите прекрасно. Ну, как бы, что я могу сказать? Я не знаю почему, но я практически не вижу разницы, как бы... Видимо, в GTA 5 так хорошо все оптимизировано, что разницы почти нет. Ну, как бы видно так подлагивает. Но все же, практически то же самое. Всего лишь 5 кадров в секунду уменьшилось. Это не так страшно. Ну-ка, заберись-ка по лестнице, братан. Да, ну видите, как бы, в принципе, лагов нету. GTA 5 хорошая игра, хорошо оптимизирована. В том плане, что даже если у вас мало FPS, она не будет жестко лагать, как, например, тот же Самп или что-то еще. Поэтому... Не будем стоять на месте, идем дальше, друзья. Ой, как залагало-то. Будем идти на 20-ку FPS. 20 FPS. Ну вот тут я уже ощущаю. Все-таки здесь уже как бы FPS берет верх. То есть немножечко все, знаете, так подтормаживает. В принципе, как я уже сказал, уже много раз эту фразу просто произношу. Играть как бы можно и при таком FPS. Я знаю людей, которые проходили GTA 5 там и на 15 FPS, потому что в свое время она же была популярна, и я был ее ярым фанатом. И когда я первый раз ее запустил, я это сделал по ошибке и сделал как бы это на процессоре, а не на видеокарте. Благодаря чему у меня в GTA-шке никак было 2 или 3 FPS. Я такой, черт, что же я наделал? Я потратил 2500 рублей тогда. И думал, блин, что же я наделал? А потом я как бы... В интернете порылся, что можно запустить ее на видеокарте и урезать все настройки, и FPS еще будет порядка 30, и можно будет играть. Именно на 30 FPS тогда я и прошел ее. Ну, в принципе, видите, ребят, я бегаю, видите, у меня 20 FPS, как бы играть можно, убивать всяких мудаков тоже можно, ну, почти, только тяжело попадать по ним, потому что мышка медленно двигается. Видите, я двигаю, она как-то вот с таким опозданием. Ну да ладно, друзья, опускаемся ниже, идем на 15 FPS. 15 FPS... И вот тут я уже вспоминаю то самое время с дискретной видеокартой, а именно процессоры. Смотрите, ребят, тут как бы, ну вот просто я камеру вращаю, но такими рывками. Как бы, знаете, запустил как будто GTA 5 на таком слабом-слабом компьютере, как у меня почти. Что? А, это тут лежит. Я уже забыл, что я его убил. Блин, у меня столько так мысли. Фу, блин, все перепуталось в голове уже, я не соображаю. Ладно, ну как бы, знаете, блин, если честно, я не знаю даже... Как бы, если ты чисто ярый фанат GTA-шки, и тебе не нужно снимать в ней видео, то как бы и с таким можно, в принципе, играть. Но фишка в том, друзья, что если, допустим, у вас какая-то миссия, и вам, например, нужно будет проходить, да, то вас сильно это заденет. То есть вы видите, пока я выхожу, он медленно, он это все медленно делает. То есть надо выйти, нажать, он это все медленно будет делать. Как бы играть, как я уже сказал, можно. И с этим FPS-ом можно, но... Здесь это уже достаточно проблематично, и проходить GTA-шку с таким FPS-ом будет тяжело. Я убью, например, тот человека? Да. Убил, благо, что в этой игре нет разброса, и поэтому убивать легко. Грувов мочу зачем-то, блин, они же хорошие, а я их мочу. Ну да ладно, это всего лишь эксперимент. Все. Ну, как бы видите, играть можно. Он даже подскочил, прикольно. Ладно, друзья, мы продолжаем опускаться, и нас ждет 10 FPS. Вот знаете, когда я запустил на 10 FPS, я уже вижу, как вокруг все объекты просто еле двигаются. Видите, как он проехал? Он таким, как будто в слоумо, знаете, так медленно-медленно-медленно так вот пролетел мимо меня. Да я и сам медленный.
И посмотрите, как я медленно иду. Мне даже тяжело. Я нажимаю кнопку, он реагирует на нее спустя только, не знаю, секунду, наверное. Ладно, ладно, давайте кого-нибудь попробуем убить, например, у того водилу. Ну-ка, прицелимся аккуратно. Давай, все, отлично. Слава богу, что это не мультиплеер, и тут нет такого, знаете, рассинхрона. А если я, например, в машине покатаюсь? Прикольная, кстати, тачечка, давай-ка. Кто это вообще? А, это женщина была? Блин, ладно. Я думал, там какой-нибудь ацтек сидит или что-то в этом плане. Эй, братан, ты что, я на машине же еду. Ну, видите, как бы играть можно. Ну, так, знаете, как бы такой обзор GTA на слабом ПК, вот. Ну-ка, если заторможу, он затормозит, он успеет это все сделать. Ну да, в принципе, как бы можно это все еще как-то играть. Давай, тихонько, тихонько, разворачивайся. Все так вот медленно, медленно. Ну вы понимаете, что это из себя представляет, друзья. Итак, друзья, мы переходим к более сложной планке, а именно 5 FPS. И до чего же страшно находиться сейчас в игре. Просто 5 кадров в секунду. Вы понимаете, что это только 5 кадров в секунду. Я сейчас попытаюсь среди этих домов разобраться, где мой. А в принципе, что разбираться, если на карте указано все. Я просто туплю. Давайте аккуратненько вот сюда подъедем. Давай, давай, давай. Тихонько. А, это не мой дом или мой? Блин, я думал, что в моем доме какая-то тёлка стоит. Ладно, давайте выйдем и разберемся, потому что в теории... Да, блин, давай ты выходи быстрее. В теории она никуда не убежит, поэтому убить ее можно. Ты еще и беременная и куришь, да ты охренела совсем, что ли? Да стреляй ты по ней уже! Все. Все. Больше ты не куришь? Да, больше она курить не будет, она пообещала. Она бросила, друзья. Я не знаю, я, наверное, вот если честно, если бы я являлся... Ну, в принципе, я являюсь ярым фанатом всей серии GTA. И вот если выйдет, например, та же GTA 6, например, и я уверен, что на моем ноутбуке на этом она не запустится вообще никак. Но если она запустится вот так вот, с 5 FPS, я буду готов играть. Я вам отвечаю, друзья, реально буду готов играть с таким FPS. Хоть как-то, хоть что-то. Хотя, конечно же, я буду проходить на YouTube. Ну вы поняли. Там какая-то фигня бежит, давайте попробуем ее убить, пока еще FPS не так мало. Давай, прицелься в нее, пожалуйста. Во, ни хрена кровище, блин. Ладно, какую-то курицу убили или кошку, я не понял. Ладно, друзья, опускаемся до самого страшного. 1 FPS. Когда я включил 1 FPS, у меня открылось меню. Ну, в принципе, как и всегда. Но фишка в том, что это меню прогружалось секунд 5. Честно признаюсь. И мне с него, как я понимаю, даже не выйти. Я могу выйти из меню? Можно, пожалуйста, выйти из меню? Я хочу поиграть в игру. Во, сейчас прогрузится, сейчас все будет, друзья. Потихонечку меню исчезает. Вот тут реально, вот просто представьте. Запустить GTA 5 на супер-мега слабом ПК. Ну-ка. Попытаюсь повернуть мышку. В смысле, я ж убил кошку, почему она жива снова? Как кошка вынесла несколько пулевых ранений? Да блин, она убегает. Убей ее, Франклин. А ладно, не будем трогать, но я уже прицеливаться стал. Блин, он так медленно это все делает. Я никогда не смогу по ней попасть. Я даже не вижу, где прицел. Он настолько незаметный, что... Ай, давай. Вот куда он стреляет, я не понимаю, друзья. То выше, то ниже. Как бы, блин, не определиться просто. Да рань ты хоть что-то. Ну, блин, патроны же зря летят. Он промазал. Он... Прицел был на ней, он все равно промазал. Да. Я не знаю, у меня написано 30 патронов. А, у меня же бесконечно сделано, чтобы для видео. Ну ладно, я думаю, что так не кончаются-то они. Странно. Но это жесть, друзья. С таким FPS вообще, конечно же, не поиграешь. Тут действительно один кадр в секунду. То есть каждую секунду новый кадр. Он даже бежит с трудом. Вот посмотрите, это вот... Я еще как бы нажал бег, но он до сих пор его ждал. Ну вот сейчас вроде как бежит. Да, жестко, жестко. Теперь я опять-таки понимаю тех людей, у которых совсем слабый ПК. У меня хоть как-то подгружает GTA-шку еще. Ну-ка. А почему у меня 1 FPS и комп так сильно нагрелся, блин? Странно, конечно, это. Ну ладно, видимо, GTA-шку просто пятую не выводит совсем уже. Надо завершать, ребят, выпуск, потому что комп начинает нагреваться. Ну, точнее, ноутбук. Я боюсь, что он опять будет выключаться. Поэтому давайте, друзья, на этой ноте мы завершим. Ну-ка, Франклин, остановись, пожалуйста. В общем, ребят, мы провели эксперимент в GTA 5 теперь. Мы узнали, каково это играть в GTA 5 с 1 FPS, каково это иметь, знаете, супер слабый ПК. Даже не такой, как у меня, еще хуже, поэтому... Все, на этом мы завершаем. Еще раз всем спасибо за просмотр. Новые эксперименты будут на канале обязательно, их будет еще очень много. Идей куча, и я
я буду все для вас снимать, друзья. Ждите новых видеороликов, будьте осторожны, всем удачи. С вами был Дапо, всем пока.